Здравствуйте, дорогие друзья! С вами говорит режиссер телефонного спектакля Михаил Пайкин. Уникальность этого спектакля заключается в том, что любой человек, позвонивший нам по телефону, может изменить ход спектакля. Прямо сейчас вы можете что-нибудь записать, и кто знает, может быть... Боже мой, кто-то пришел! Здравствуйте, что вы хотите? А, ничего, я уже пришел. О, Господи! Ну, в общем, вы поняли. Дерзайте. Ты, блин, здесь стоишь, там, блин, все по хренам пошел, там, блин, люди друг другу разговаривают, Господи, почему? Почему я опять сижу с бутылкой? Я так устала. Каждую неделю, каждый мой день, все сводится только к этому. Сколько можно? Нужно что-то изменить. Нужно куда-то пойти, что-то сказать. Эти люди, они ходят. Кто-то смотрит на меня. Говорят матерственными словами, машут какую-то хрень, на другую хрень. Женя, уже 420 метров происходит. Куда ты пошел? Смотри здесь, давай. Чьи проблемы? Ехал спокойно, ничего даже не нажимал, просто ноги на руль положил, еду. Скорость 320 у меня запорожена без лобового стекла. Передо мной едет куры, знаете, и там дальше все как в тумане. Я помню, у меня сигарета во рту, я еду, уже у меня есть знаки, нож торчит, нога торчит. Позвоночник просто куда-то ушел, убежал от меня, он крикнул мне вслед, я не хочу с тобой жить. Бездушный ты человек, и я такой подумал. Моя жизнь прекрасна. И я завел тогда свой мотоцикл. Ну как мотоцикл? Запорожье. Это продолжение прямо сейчас. Запорожье мотоцикл Хонда, который Сузуки вот так вот хоролей. Я разбил зеркало, и получается, луну, знаете, это было не зеркало, это был я посмотрел себе в зеркало и вижу, у меня нету челюсти. Мне пришлось... У меня в жизни было 23 перелома. Но пока я с вами разговариваю, у меня два раза челюсть сломалась. У меня 25 переломов. Вот еще зуб выпал. О, Боже. Знаете, я один раз шел и выпрыгнул в окно. Было замечательно. Не переключайте наш канал. Продолжение следует. Продолжение прямо сейчас. Как-то раз я смотрел в зеркало и так...